Получил я очки VR второго поколения от Sony PlayStation. Эй! Порвал коробку. Давай, покажи мне графику, чтобы мне глаза лопнули. У меня сейчас мозг взорвется. Так, ну чего, раз, два, три, поехали. Сегодня мы в новом формате с тобой, необычном. Это не Комик-кон, это не какое-то там мероприятие. Это вот такая вот домашняя распаковочка сегодня будет. А почему? А потому что могу себе позволить. Получил, значится, я... Что я получил? Получил я очки VR второго поколения от Sony PlayStation. Я сегодня раскрыл по всему интернету, пытался найти обзоры. Нету обзоров на русском, понимаешь? Нету. А это значит что? А это значит, я тебе его сейчас предоставлю. Поэтому не будем задерживаться. Сразу же беру сейчас коробку, разрезаю и смотрим, что там внутри. Так, ну вот она сама коробочка. Естественно, это коробочка почтовая, но я решил с самого начала, так сказать, пройти с тобой этот путь. Сразу же разрезаем, и все мимо. Так, разрезаем. Так, я уже вижу логотип Sony Entertainment. Так. Почему мне коробку, как обычно, упаковали кверху жопой? Я не понимаю. Ну давай, ладно, попытаемся так ее вытащить. Ой. Кстати говоря, смотрел тут зарубежный. Ой. Ой, ты красавец. Так, это сразу убираем. Ну не красота ли? Кверх ногами, да, она сейчас? Кверх ногами. Нет, не кверх ногами, смотри-ка. Вот смотри, вот такая у нас красота. Смотрел иностранные распаковочки, значит, и какие-то у них там проблемы были с доставанием всего этого дела. Так, голограмму разрезаем, наклеечку разрезаем и начинаем все доставать. Так. Эй! Порвал коробку. Иди, твою мать, поймал, порвал коробку. Так, ладно. Я понимаю, что у них за проблема была. Ну-ка. Еще одна наклеечка. Еще одна наклеечка, разрезаем ее тоже. И вот она начинается, магия. И вот она начинается, красота. Так, давай-ка сразу мы коробку сюда сейчас отложим в бок. И будем смотреть, доставать потихонечку. Так, тут у нас сверху лежит беленькая коробочка. Коробочка, в которой находится инструкция. В которой находится вот такой вот кабель. Собственно, обычный Type-C, чтобы подключить его к плойке. И наушники стоковые. Вот, про них я слышал отзывы так себе, но мы с тобой тоже потестим. А еще, кстати говоря, я хотел посмотреть, как эта гарнитура будет работать вот с этими наушниками 3D Pulse от Sony, которые они все рекламировали, потому что 3D Sound это одна из составляющих вообще вселенной новой PlayStation. Так, сразу же достаем контроллеры. Так. Один. Все красиво у нас вот так в бумажечках упаковано. Все, чтобы мягенько, чтобы все ничего не поцарапано было. Вот, и вот такие вот классные штуки, изготовленные в стиле Sony. Вот, вот так это все работает. L1, R1. Короче, что я еще прочитал про этот набор. Вот эти вот тырдочки, которые здесь, они очень чувствительны, и когда ты убираешь палец отсюда, они это считывают, то есть контроллер сразу же видит, что ты убрал пальцы. И еще вот эта вот дуга, она считывает положение твоих пальцев, но она не так круто сделана, как, по-моему, у HTC Valve, если я не ошибаюсь, у них трекинг пальцев очень хорошо сделан. Но указательный и большой, говорят, работают, так что можно будет вот так показать. Но мы с тобой это все подключим, еще тоже потестим. Haptic Engine – один из больших преимуществ этого поколения. Контроллеры PlayStation отличаются вообще в своей технологии, насколько круто в них играть, да? Ты же пробовал наверняка, если пробовал уже. Все вот эти чувствительные курки вибрации, все, все это встроено вот здесь. Вот здесь, вот в этих контроллерах это встроено. И вроде как говорят, даже когда ты натягиваешь тетиву лука, все у тебя тут прямо вот-вот-вот напрягается, все. Ну, короче, потестим. Короче, потестим, Horizon нас уже ждет. Так, ну и самое главное, сам шлем. Так, понятно. Так, коробку убираем. Кряшку всю со стола нафиг. Сам шлем у нас. Блин, как я долго этого ждал. Ты не представляешь, как я хотел, чтобы они мне все доставили в первый день. Как же я хотел снять этот видос и поделиться. Какая красота. Посмотри, посмотри, какая красота. 4 камеры,
которые трекают тебя в пространстве, которые трекают положение твоих рук и вообще все, что происходит. Никаких внешних камер, как на первом VR были. Кстати говоря, я вот взялся за распаковку VR, а я, собственно говоря, и не очень-то сведущ в нем, поэтому если я что-то сейчас не расскажу, что-то не покажу, ты уж не обессудь, потому что единственный VR, который я пробовал вообще когда-либо, это Oculus 2, и то не мои, взял у кого-то потестировать, чуть-чуть поигрался, побаловался, и было прикольно. Так что это мой самый первый VR, мой личный. Так, линзы. Линзы 4K OLED HDR экраны. Два штука на каждый глаз, что создает вообще нереальное погружение в картинку, никакого тебе замыливания, никаких тебе... забыл, как это называется. Ну, короче, вот у тебя полное погружение идет внутрь. Нету вот этого ощущения, как будто здесь шоры какие-то, какой-то зеркальности такой. У тебя полное погружение идет в игру. Вот такая вот гарнитура. И вот такая гарнитура. Не знаю, очень много претензий к тому, что она с проводом... С одной стороны, вроде это претензия, а с другой стороны, как ты будешь всю мощь плойки пятой использовать без подключения к ней? Сюда, что ты ничего, ничего, ничего никак не встроишь. И, в принципе, все крутые наушники, все крутые шлемы, они так или иначе подключаются к компьютеру, который все тебе это, собственно, дело и питает. Здесь примерно все то же самое. Претензии к чему еще есть? Что вроде дорогие. Я пошерстил цены, учитывая... Вот эту вот спецификацию с 4К экранами на каждый глаз, мне кажется, можно найти в районе 800 тысяч долларов только. А это стоит 550. Ну, плюс налоги 588 долларов все это дело у меня получилось. Плюс сама плойка, естественно, нужна, потому что без плойки это все бесполезная штука. Ну, и того наборчик получается где-то тоже... грубо говоря, плюс-минус по 1000 долларов. Но опять же, в чем претензия? У тебя остается плойка, ты эти штуки взял, просто нахер выкинул и спокойно в PlayStation играешь, она у тебя остается. Собственно, в компьютер ты тоже играешь? Ну, не знаю. Не знаю. Короче, вот сейчас будем тестить все это дело. Не знаю, к чему эти претензии. Я очень хотел, я очень этого ждал, и вот хочу погрузиться в историю VR. Ну что, быстренько сейчас переключаемся и будем тестировать. Дайте мне поиграть, просто не пойду поиграть, хочу, красота какая-то. Где вот эти эмоции у тебя были на распаковке? Чё? Где вот эти эмоции были на распаковке? Да, это, чувак, это, не знаю, сейчас надо подключить просто это и все, и попробовать. Что ты без улыбки сидел? Ну, когда магия случится, надо подключать просто. Так, ну, короче, мы тут этот, пошаманили чуть-чуть. В общем, система подключения очень простая, кабель воткнул, и просто тебе говорят инструкции, что зачем делать. Я это не стал снимать, вот дошел до того момента, когда нужно надеть уже гарнитуру. Собственно, я ее надел, вот, и сейчас пытаюсь ее как-то тут примандить нормально, чтобы это все было комфортно, удобно. Ничего не вижу. Так, о, наденьте гарнитуру, приложите сюда, приложите туда, о. Во, все, теперь понятно. Все, отлично, мы начали запись. Мы начали запись игры. Круто, круто. Так, ну чего, сейчас будем демо-версию Horizon пробовать. Я пока не покупал еще ничего. Я скачал демки, чтобы купить какую-то определенную вот первую самую такую игру. Но мне кажется, это будет Horizon. Я вот прям одним местом чувствую, что это будет Horizon, потому что, наверное, к Resident Evil я не готов. О, вот это четненько все. Так... Да я продолжить, просто давай погнали, покажите мне игру. Покажите мне игру, хочу вот это вот сейчас погрузиться, все, вот это сумасшествие, все. Давай, покажи мне графику, чтобы мне глаза лопнули. Дальше Ромыч. Будут машины. Что ты делаешь? Коварь. А скажи мне, ты сейчас на экране что-нибудь происходит или нет? Или все у меня только в глазах? Пожалуйста. Можете снять с меня мешок? О, да, круто, ты на экране тоже видишь все. Класс. Вот так. Если света не видно. Надо было оставить его на растерзание коршуном. Проклятый карха тьмы. Погоди. А, да, он только... Первый год в армии, а все верят в правосудие. Ты бы лучше взялся за весло, умник. Вот это да. Так, а я сейчас... Блин, хочется очень второй наушник воткнуть в ухо. Ну-ка. Ему некуда податься, кроме длани рассвета. А мы... Туда его и везем. Так. В длань рассвета? Кто вы такие? Не, давай вот так сделаем. Блин, офигеть! Ай! Хорошо.
Марат безгрешный дает тебе. Так ты задевается. Если мы доберемся до длани рассвета, есть вариант тебя понять. Да ты видишь. Ты видишь, как тут все происходит? Да хрен с ней, с бородой. Рома, посмотри, что тут происходит. Да ну нахер, вы чего угораете? Блин, слушайте, это просто вообще, это просто что-то нереальное. Вообще, вот здесь вот нету никаких рамок, вот у тебя полностью ты как будто там находишься. Да, дайте мне лук-то взять. Готов помиловать меня, известного врага. Блин, да ты посмотри просто. Летит вашу мать оленей. Я вас спрашиваю. Ой, как это круто вообще, как это... Здорово, здрасте, иди сюда. Иди сюда, чертило, иди. Не смотри на меня. Блин, да офигеть. Просто офигеть. Детализация лодки просто нереальная. Что это с длиной шеи? Что длина шеи? Да ну нахер, они такие огромные, вы серьезно? Он движется на нас. А, это просто жесть. Это просто... Как он по воде ходит? Ты что, Иисус? Как ты по воде ходишь? У меня сейчас мозг взорвется, просто, он просто взорвется, потому что они в игре не были такими здоровыми, вы чего угораете? Нас бы не отправили. Давайте, хватит трещать, дайте посмотреть. Душегуб. Дай лук. Как можно его помиловать? Я вообще сюжет упустил, это я потом перепроходить все будем, потому что я сейчас это вообще, конечно, ничего не слушаю. Так, ну на лодке сидя кататься, конечно, кайф. Так, мне интересно, сколько мне плохо будет после игры. Будет ли меня тошнота накрывать или нет? Потому что вот все такие экшен-игры, которые я в VR пробовал, это потом все, конечно, так себе ощущается. Да, женщина, дай мне лук пострелять. Я что, сюда я пришел в эту игру? На лодке кататься? Дай лук сюда, слышь? О, о, палец, подожди-ка. Здрасте. Во, кайф, классно на лодке кататься, но дайте мне лук. Ууу, дай лук. Эй, смотри, я обрезок стрелы взял. Больше за нами никто не гонится. Нифига. Ты тут как... какая стрела прикольная. Смотри, на, нужен. Так, вы нахер иди отсюда. Ой, стрелу выкинул, дай. Чё происходит? Ёт. Так, мы перевернулись. Мы перевернулись. Что дальше? Я под водой сейчас буду, нет? О. Ой, под водой. Иди, твою мать. Вот это да. С крокодилами-то вообще по кайф плавать, наверное. Так, плывем. Ну, давай. Так, ползем по лестнице, ползем. Да, конечно, не отображается, но вот так вот по воде делаешь, и в воду слышно, как вода плюхается туда-сюда. Ладно, погнали дальше. Так, один. Что, надо нажать? Иди вверх. Все, ладно, схватился вверх. Ну, что, куда? А, сюда схватить. Эть. Я пошел. Иду. Подожди, бегу к тебе. Че ты? Ёптить. Ну пока. Так, погнали, лук. Две кнопочки зажали, побежали. Так, здрасте. Сижу, махаю руками полчаса, уже ничего не получается. А-а-а, иди, твою мать, надо было стрелу взять, оказывается. Так, а куда стрелять? Просто. А, все понял. Так, хорошо, все понял. А, на этом, наверное, тестирование VR мы с тобой закончим. А, не знаю, что потом в итоге мы в конце добавим. Но я думаю, что потом пару дней я, наверное, с ним поиграюсь поподробнее. Так, посмотрим, что с этим делом получится, что еще можно будет про него сказать. Ну, вот так вот первое впечатление, конечно, кайф. Буду погружаться в мир VR, а там посмотрим дальше, что с ним будет происходить. Вот, не знаю, что тебе сказать, покупать или не покупать. Наверное, если у тебя есть VR, то, наверное,
Не знаю, не стоит обновляться. Если, конечно, у тебя есть лишние деньги и есть пятая плойка, то, наверное, попробовать стоит. А если никогда вообще не пробовал, то, мне кажется, это неплохая история, чтобы начать. Потому что по деньгам это все равно получается дешевле, чем какой-то дорогой хедсет, тот же, допустим, HTC Valve, по-моему, он называется, вот самая последняя у них модель. Она очень плотно по деньгам выходит. А если у тебя есть пятая плойка, и если есть лишние 500 баксов, 600 примерно, то почему бы не попробовать? Да? Вот, так что да, решать тебе, как обычно, думай сам, решай сам. У меня он уже есть, поэтому буду развлекаться, буду баловаться. А ты подписывайся на канал, подписывайся на Инстаграм, там мы выкладываем всякие интересные актуальные новости. Ну и вообще давай болтать, общаться и всячески продвигать нашу с тобой тему. Все, до встречи в следующих видосах.